Кубковая игра, пенальти, это финал 3. Не забили, значит, на пенальти все решилось. Чтобы двигался мяч, нужно двигаться самим. С этим были определенные проблемы. Но плюс, я считаю, что много потерь было связано с такой, как бы сказал, наэлектризованностью отдельных игроков. Самоотдача была, вот это уже, скажем так, излишняя нервозность, она сковывала и мысли, и действия, потому что мячи терялись. Не хочу ничего про поле говорить. Мячи терялись в детских ситуациях. То грудью сбросит мяч на ход себе, на ход сопернику, то вместо ноги, паса в ноги дается пас на ход, то потом наоборот. Ну, это уже детали. Мне 3 дней достаточно было посмотреть, что парень подвижный, тем более очередную какую-то непонятную, пусть и легкую, но все-таки травму получил Набиуллин. Это мы будем тоже разбираться, что там за повышенный такой травматизм. Вот. Я считаю, что сыграл достойно. Хотя у него это не главная позиция, он больше играет по правой стороне, и в полузащите, и в защите. Но так как он сыграл слева, меня устроил. Я очень доволен. Это была настоящая кубковая игра. Думаю, что мы были лучше, потому что у нас было 3 очень хороших момента. И не забили, а у Рубина вообще не было моментов. Так что, кроме этого, что у нас была эта неудача с травмированными игроками, я могу сказать, очень доволен.